Ребята, я нашел папку на все мобилки. На все мобилки именно. Папка. Что нам надо скачать? Вот прям папки на именно все мобилки. На все, прям на все, ну кроме кнопочных, естественно. Нам нужно для этого Happy Chick, такое есть приложение. Там такой эмулятор есть. Там эмулятор Android. Вот, короче, смотрите, вы когда заходите в него, тут есть абсолютно все игры, вот даже покажу сейчас вам. Заходим в категории. Не охерительно разве? Ладно, это мы потом в следующем видео будем. Вот, рекоменд. Или папка лайк. Вот папка лайк, именно тут два папка, которые поддерживаются. Вот, первый папка. Это такой же папка, только он на китайском языке. Ну и весит 2 гига. А почему я не смогу скачать этот папк? Естественно, потому что у меня не хватит памяти. Ну, да, даже памяти хватит, а у меня не хватит FPS. Вот, и второй папк. Я не помню какой, но... Тоже 2 гига весит. Тоже на китайском языке, там язык уже можно поменять. Но... Если не ошибаюсь, вот именно на каких-то из этих папков, вот именно из этих папков есть очень плохой минус. Какой, спросите вы? Китайский минус. Да, тот только играет китайцы на каком-то из их папки, а кто-то... Иногда и русские такие вот смогут скачать папк и поиграть, но это надо только по качеству языку выбирать. Там в настройках можно найти. А с вами был Пенёк, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!